Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня покажу, как на устройстве Realme C25S сделать скриншот. Для начала все, что нам нужно сделать, это открыть экран скрин, который мы хотим сделать. И зажимаем комбинацию клавиш, кнопка включения плюс кнопка громкости вниз. И таким образом делается скриншот. Давайте покажу вам еще раз. Кнопка включения, кнопка громкости вниз. И делается скриншот. Найти наши скриншоты мы сможем в галерее, в альбоме Screenshots. И вот они, наши скриншоты. Отсюда мы можем ими поделиться, можем их изменить или же удалить. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.